какую сторону мне плыть? Я говорю, найди остров. Он говорит, какую сторону мне плыть? Ну так, на какую сторону мне плыть к твоему острову? Ну он, его видно с нашего острова основного. У меня прорисовка 54, я поставил, я его не вижу. Компьютер этого не видит. У меня 54 прорисовка, родной, я его не вижу. Побегай по острову нашему и найди остров тот. Тупорылый. Тебя рот сломал. Подожди, я сейчас не поставлю прорисовку. 5. А то сейчас сорвется компьютер. 11, ладно. Как плывем? Yes! Минус 3. Победа. Пол сердечка. Вышел? Ночь на дворе. Я вышел на улицу. Много ресурсов. Ну, не сказать много, но свое я добыл. Чё там у тебя? Ой, я тебя вижу, кстати. Слава богу. Яйцо, свинья, корова. Так, а куда он? То есть... Ты, кстати, не туда и шёл, родной. У, волки, здорово. Скелет, вы... Игра не на жизнь, а на смерть. Где мой дом? Есть, есть, есть. Тростничок родной. Есть. Лодочка вот, моя. Вот, здорово. Е-е-е. Чё, скажи, чё тебе теперь по ресурсам надо знать? 48 железа. 2 золота, 3 лазурита. Самое ценное. У меня было 30 железа, 10 золота, 1 золотое яблоко. Потом железо и кирка. Лазурита штук 20. Редстоуна штук 30. О, как хорошо, то что я в безопасности. Бля, пол сердечка. Дайте похавать. Я просыпаюсь, я не могу двигаться. У меня пол сердечка. В левом кармане у меня нет ничего. Смотри. Надо постановить что-то. У тебя есть еда? Какая-то любая. Да я без работы, у меня один топор с палками. Понятно. Так, вот. Вася сделал кирочки. Вася, сделаем броню. Хотя бы чуть-чуть что-то. Давай. Себе делаю две кирки. У меня есть топор. Я себе сделаю сейчас чуть-чуть. Чуть-чуть факела себе сделаю. Блин, у меня еще было 40 рез где-то. Все, если я сетик сделал. И эти вагонетки у меня были. Все, на 20 факелов есть. Сейчас. Ну все переплавляется, бери там. Ага. Шерсти нету. Надо Назара позвать. Да, прям будет позвать. А он? О, да. Слышь, у тебя есть одно железо? Нету. Блин, мне никуда одно железо надеть. Где волк? Я видел где-то волков. Зачем тебе волк? Хочу приручить. Чтоб была сын собаки у меня. Да их было штук 4 тут. Слышишь, мне кажется, надо сейчас подобывать еду и возвращаться в шахту. Ну, еще раз, да? Да. Ну, на этот раз мы будем подготовлены с едой, с мечами, с броней. У меня мечи были, он не помог против двух пауков. Но все равно. Ну, у тебя брони не было. Ну, это да. Ну еды прям надо очень много. Да, согласен. Так где волк родный? Где же ты? Сын собаки. Я наш. А, это ты. Вот ты волк. Ты просто похож на собаку. Чуть-чуть. В этой броне. Какой тоже серенький, быстренький мальчик. Шустрый. Да. Мини-шахта, пойду, нет?
Ой-ой-ой, это... Я пошел в шахту какую-то.